Я Маркелова Маргарита Михайловна. 19 февраля этого года я была признана виновной в совершении административного правонарушения и обвинена в том, предъявлена мне вина в том, что я лично организовала и провела мероприятие по перекрытию улицы Горького в районе 20-го дома. Состоялся суд, и судья Ефанов судил Владимир Александрович, и, значит, опять спрашивали, признаю ли я свою вину. Я сказала: нет, я не организатор, я не организовывала, я не проводила. Я была, да, мои интересы личные, как пенсионера, ветерана труда, были затронуты. И я, проходя мимо, я действительно была там на этой площади, и все, потому что я пенсионерка, и имела право приобрести проездной билет и так далее. Значит, обвинили в том, что я провела еще. Каково же было мое удивление, после суда, где-то дня через три, я пришла знакомиться со своим судебным делом, потому что обратила внимание в суде, что оно довольно объемное. Ну, что ж там такое, два протокола, и вдруг такое объемное. Значит, я почитала и наткнулась там среди прочих там бумаг, наткнулась на объяснение вот этого приятного мужчины. Там было сказано, значит, ну, его фамилия, имя, отчество, протокол составлен на двух страницах, значит, и там его подпись, моих слов под последним абзацем. Для меня вообще был, конечно, очередной шок. Значит, товарищ вот Горбунцов Игорь, значит, указывает там вроде в этом протоколе, что он видел меня неоднократно, я участвовала во всех митингах, проводимых по городу Сочи, принимаю и организовываю, в чем расписываюсь и подписываю. Мне стало интересно, я выписала и сделала его телефон, там был телефон на первой странице, решила его разыскать. Вот я его разыскала и попросила: будьте любезны, скажите, вы меня на митинге видели, вы со мной знакомы? Я Горбунцов Игорь Геннадьевич, являюсь секретарем Адлерского райкома Коммунистической партии Советского Союза. Данную женщину сегодня вижу первый раз. И вообще, познакомились, очень приятная женщина, никаких вопросов. 15 числа я шел с прокуратуры Центрального района в суд Центрального района, уточнить о дате судебного заседания. И увидел собрание пенсионеров. Подошел, поинтересовался, в чем дело. Данную женщину я там не видел. И, честно сказать, вижу ее первый раз и очень рад с ней познакомиться. Насчет митинга... В протоколе написано, что вы лично меня видели, знаете, и я проводила многочисленные митинги. Извините, пожалуйста, в протоколе написано или напечатано? Напечатано, машинописный текст. Ну, значит, это подделка. Будем жаловаться дальше. Спасибо вам большое, спасибо всем людям, которые откликнулись на тот материал, который в интернете был на меня там представлен, вот, что в мою поддержку. Я всем благодарна очень, но я буду бороться за свое честное и порядочное имя до конца.